Привет, друзья! С вами Александр. Сегодня мы познакомимся с аккумуляторным ударным гайковертом с приводом 3/4 дюйма TW001G, входящий в 40-вольтовую платформу XGT, которая отличается высокой производительностью и предназначена для работы в тяжелых условиях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки к этому видео, и мы начинаем! Гайковерт TW001G предназначен для работы с резьбовыми соединениями, имеет привод квадрата 3/4 дюйма с проточкой под фрикционное кольцо для улучшенного удержания головки во время работы. Важная особенность: при работе ударным гайковертом момент затяжки зависит от типа и размера крепежа. Гайковерт TW001G оснащен мощным бесщеточным двигателем и защитой от пыли и влаги X5. Максимальный крутящий момент на закручивание 1800 ньютон-метров, а момент на срыв достигает 2050 ньютон-метров. Инструмент оснащен электронным блоком с различными режимами работы, 4 режима регулировки силы удара и 3 вспомогательных режима болт, которые останавливают инструмент после затяжки или ослабления крепежа. TW001G поставляется в комплектации Z в картонной коробке с дополнительными аксессуарами, без аккумулятора и зарядного устройства. Также существует полная комплектация в фирменном кейсе с дополнительными аксессуарами. Зарядное устройство полностью заряжает 2,5-амперную батарею за 28 минут. В конструкции есть 2 вентилятора для охлаждения элементов питания. Набор таких функций, как светодиодная подсветка, реверс, электронная регулировка оборотов, прорезиненный корпус, делают работу максимально комфортной и производительной. После работы с TW001G могу сделать вывод, что это самый мощный и компактный ударный гайковерт, который я видел. Его мощность и мобильность уже оценили множество профессиональных строителей. А благодаря повышенному вольтажу, защите от пыли и влаги, разнообразному выбору дополнительных режимов, функционал инструмента сильно расширяется. Ознакомиться со всеми инструментами вы можете на официальном сайте matito.ru. Ссылка в описании. Задавайте свои вопросы в комментариях и увидимся в следующих видео.